А злостные неплательщики алиментов получили письма с детскими рисунками и стихами. Такую акцию под названием «Помоги собраться в школу» в преддверии 1 сентября организовали судебные приставы Ярославского районного отдела. Пап и мам, чья задолженность по алиментам превышает 10 тысяч рублей, только в Ярославском районе более 300. Приставы отправили должникам извещение с предупреждением об уголовной ответственности и детские послания в надежде, что у горе родителей проснется совесть. Рисунки дети подготовили для своих мам, а стихи написаны специально для пап. Акция уже дала первые результаты. 30 человек побывали в службе судебных приставов и заплатили часть алиментов. Папа, поздравляю с 1 сентября. Этот день прекрасный. Все же увижу я. Хоть не платишь маме денежку ты, все же собрала она меня в страну мечты. Некоторые мамы даже плакали. То есть было такое, что они плакали, потому что дети у нас многие находятся в детдомах. Мамы плакали, но они говорили, в связи с такими техническими возможностями, не имея денежных средств, они, к сожалению, не могут детей забрать назад. Папа, конечно, поспокойней, кто-то улыбался, а кто-то, конечно, задумывался.